Меня зовут Айгуль. Я была на ретрите в Крыму, в Судаке, у Римы Романовой. Мне очень понравилось. Мне понравились мои преображения. Я себя сейчас ощущаю реально богиней. Мне все можно, я себя люблю, я все могу. Вдохновляющая, любящая, верящая в себя, в свои силы, доверяющая миру. Благодаря именно практикам, медитациям, какие-то были лайтовые, лайтовые, а какие-то были очень жесткие. Но жесткие это нужно было как раз-таки для нас. Вытащить из нас все то, что нам мешало стать настоящей богиней, что нас сдерживало, наши неуверенности, наши страхи, наши установки. Мы от них, от всех избавились. Рима каждую нас поддерживала, когда у нас были какие-то моменты, где мы думали, все, мы дальше, наверное, не сможем. Или были какие-то моменты, когда мы зеркалили друг друга. Мы здесь реально собрались не просто так все. Мы все, от каждой девочки у нас есть частичка нас. И мы все отражаем друг друга. И глядя на то, какие мы пришли на ретрит, и какие мы сейчас стали уже в конце ретрита, мы все стали такими нежными, такими красивыми, вдохновленными, уверенными в себе. Мы хотим, чтобы о нас заботились. Мы хотим быть настоящими женщинами, богинями, и мы ими стали. Девочки, я советую вам поехать на ретрит, и вы увидите, как вы преобразитесь. И обязательно вы должны себя сфотографировать, какими вы приехали и какими вы уезжаете. Это будут две разные женщины. Благодарю.